Провалился сразу на газ. Нет. Слышишь? Перестанешь. Момент лови. Ты снова точно таким образом работаешь, что ты стоишь. Понял? Да, как у меня работа? Побыстрее. Твоя задача наказать на каждом движении. И где-то перебирать инициативу в свои руки. Не думай, ты ему правой попал, он не заход. Он начал другую тактику. Thank you.
Давай, держи хрень, держи хрень, держи хрень. Дыши, поставлю дыхание. Давай дистанцию, драться надо. Решайся, три раунда. Проиграл, поражил. На ринге номер 2. В червоном наручнике zobaczymy reprezentanta Brazylii, Lopez Boas. Jego przeciwnikiem będzie Zlatana Zadara. Poprzez jednogłośną decyzję wygrywa reprezentant Brazylii Guto Inocente. Tym samym zakończyła się rywalizacja na ringu numer 1. Przypomnę wszystkim, że jutro rozpoczynamy rywalizację o godzinie 10. A przed nami trwa przedostatni pojedynek dla ringu numer 2.